Всем привет, мои дорогие, с вами Маша. И сегодня по вашим просьбам я вам покажу упражнения, которые делаю для рук и для верхней части тела. Итак, берите гантели, присоединяйтесь и поехали. Берем гантели и первое упражнение – махи в сторону. Это упражнение я делаю от 20 до 30 раз. Следующее упражнение точно так же 20-30 раз. Третье упражнение. Следующее упражнение я делаю 50 раз. А это упражнение я делаю по 150-200 раз на каждую руку. Теперь берем две гантели и делаем двумя руками одновременно. Следующее упражнение и для рук, и для спины. Едем дальше, и следующее упражнение я делаю 30 раз. Теперь, мои дорогие, я беру эластичную ленту и тоже делаю упражнение 30 раз. Это упражнение с лентой делаем тоже 30 раз. Теперь я снова беру гантели и делаю махи руками назад.
Теперь небольшая разминка. Сегодня все, мои дорогие. Надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, не забудьте, пожалуйста, поставить пальчик вверх и дайте мне знать в комментариях. Всем отличного настроения, удачного дня, до скорой встречи. Всех целую, обнимаю. Пока-пока.